Здравствуйте всем, это канал Насти Ивлеевой. И сегодня мы делаем обзор на очки, которые отдаляют. Типа... А, ты так близко? Ого! Ого! Наркоман и кто? Женщина. Алкоголик. Привет! Знакомьтесь, это мои новые друзья. Ой, вот он как и в Инстаграме, такой же и в жизни. Он довольно-таки милый. Кажется, мы возвращаемся на место предыдущего преступления. Странно, что у нее есть парень. Почему у тебя есть парень? Вообще, посмотри на себя, блядь. Посмотри на себя. Просто у меня хорошие данные. Посмотри на себя. Не угорела. Куда смотришь? Да, на меня. Ну что, я зашла в свой номер. Могу сказать, что очень все симпатично и приятно. Мне кажется, такой эксклюзивной обстановки у меня не было никогда в жизни. Вот моя кроватка, на которой я мощнейше буду спать все эти три ночи. А вот, собственно, я очень утомилась, мне кажется. Мы летели 3,5 часа. Вот это мне нравится больше всего. Барчик. Барчик, барчик. Для Инстаграма я пытаюсь подкупить его. Я ему сиськи предлагала, он говорит, я большой. У меня есть свои есть. Он говорит, у меня свои. Нашла чем подкупать. Я говорю, ну, вот конфета. Он уже такой зажравшийся, что, блядь, не хочет. Итак, раз, два, и обратно раз. Обалдеть. Хочешь, я научу тебя одеваться? Да. Хочешь, я научу твою женщину одеваться? Не трогай, пожалуйста, моего парня. Иди, одевайся. Я за что? Так. Хорошо вот быть непопулярными, да, Андрюх? Ой, да, идешь себе, как обычно. Нам тут и крокодилов предлагают съесть. Они как и жирафы. Жираф. Жираф. So, here's, you see, like a hunting sword. So you could, like, buy the very fresh one just from the food. No. No? Нам только что предложили съесть какую-то дичь. Все, Элла, иди сюда. Можно, пожалуйста, тишина? Сейчас, сейчас. Любовь. Это когда ты просыпаешься, и тебе хочется улыбаться, потому что ты счастлив. Любовь. Это когда неважно, где она. Я тех забыл. Любовь. У меня глаза такие укуренные. Любовь — это когда у тебя укуренные глаза, и ты смотришь на нее, а она твой наркотик. Любовь — это когда тебе хочется через вену пустить каждое слово, сказанное ей. Питер. Давайте со своей мраморной говядиной. Отдыхай. Мы тут зебру жрать будем с бургерами и верблюдом. Давай, до свидания. Могу смело заявить о том, что на данный момент, пребывая в Лондоне уже несколько часов, я не встретила ни одного симпатичного парня. Ни одного. Вот уехал ты в Лондон, как ты будешь своей девушке объяснять, что с тобой произошло? Это все понятно, я просто забрел на вечеринку лондонскую. Характер стал с Давыдом. Ты же пишешь, что ли? Да, лайк, фак. Что, все пишешь? Да. Поставь лайк этому видео. Ставлю лайк. Мне нравится это видео. Лайк, лайк. А что ты сможешь сделать этими коробками, пожалуйста, продемонстрируй? Пить. Нихуя себе. Здесь пусто. Это лайк, фак. Композиция называется. Массишь, если пока ты говоришь, не дам. Фотограф Марина Нагарова. Лондон. Целую его, целую. Больше давай, дай мне лицо. Дай мне руку. Говори. Говори с камерой. Композиция «Лондонский бридж». Лондон! Лондон!
танцует, пожалуйста. Музяки нет. Вот, Эльдарчик танцует. Сейчас пошла музяка. Дует, дует. Танцует, дует. Йоу, мы здесь пришли сюда, просто стоим, танцуем танцы, просто стоим, интересуемся разными моментами в жизни. Это рэп. Это шмеф, велосипед, люблю кататься я, кепка розового цвета, йоу, камон. Сейчас вообще города. Просто всю эрекцию убила. Хотела сделать ванильную фотографию, но решила, что я не буду немножко вас смущать своими креативными идеями. Вот тоже человек с камерой ходит. Да. Скоро тебя тоже такую купишь? Да, я тоже хочу себе камеру. Я вот с телефоном, как нищеброд. А у человека камера, и не одна. В общем, у нас сегодня третий день пребывания в Лондоне. Мы сейчас наконец-то просто гуляем. Даже не знаю, как iPhone не треснул еще. iPhone Samsung Galaxy S3. Всем хорошего вечера, хорошей жизни. Немножко, может быть, красивый, немножко не очень. А теперь давай, коллаборация, ретина, Том Харди. Коллаборация, много коллабораций. Коллаборация. Чмавки в этом чате. Чмавки. Блять, да ты можешь перестать фоткать свою мучиную рожу! Извините! Рот! На голову, блять! Перестань так хорошо играть! Рэп – это развалины города Москва с 1998. Рэп, мопед, идем своей дорогой. Это наш путь. Это наш путь. Сколько пальцев я показываю? Ставьте пальцы, ставьте коробки вверх. Что ты делаешь, блядь? Что ты несешь? Королевская охота. Какая, блядь, охота? Обычное лицо. Рабочее лицо. Блядь, ты видел, что ли? Это королевская охота. Закрыши тебе соски. Блять. Ай, опять не получилось. Вот и подошла поездочка к концу. К сожалению, очень мало. Кто живет в Лондоне, расскажите, пожалуйста, вообще, вот как вы к этому пришли? Ну, к тому, чтобы жить здесь, переехать сюда, и как вам здесь живется? Не хотите ли вы вернуться там обратно или переехать куда-то еще?